Всем привет! Сегодня пришел домой пораньше. Надо что-то приготовить, по-быстренькому поужинать. Зашел в магазин, взял куриное филе. Сыр у меня оставался. Есть шампиньончики, соль, перец. Здесь сушеный лук. Здесь у меня будет для грибов соус терияки и шрирача. Вот, для начала делаю вот такой кармашек в курином филе. Вовнутрь мы засунем фольгу. Фольгу я засуну именно для того, что я хочу, чтобы мое филе получилось как лодочка. Вот так. Так. Это мы пока отложим в сторону. Филе у нас подготовлено. Вот. Нарежу грибы. Грибы у меня мини, поэтому я их нарежу только пополам, наверное. Так. Грибочки обжариваем. Маслица. Можете взять оливковое, у меня просто растительное. Хорошо, что у меня жена не видит. Сушеного лучка. Так. Шрирача. Делаем перемеш. Черный перчик, вот, чуть-чуть водички. Грибы сюда перекладываем. Берем свое филе. Вот так вот у нас получается. Вот солим. Перчик. Я люблю перец побольше. Так, теперь отрываем фольгу. И комочек такой нужно сделать, чтобы она как бы расширила лодочку нашу. Вот так вот. Таким вот макаром. Вот. Чтобы, когда будет жариться филе, оно сжимается. Вот, я хочу, чтобы осталось нормальное пространство для того, чтобы можно было положить хорошее количество начинки. Переворачиваем. Выкладываем нашу грудку на форму для запекания. Фольгу вынимаем. Так, теперь берем нашу начинку, жареную грибу с луком. Выкладываем на нашу грудку. Немножко майонез. Духовка как раз нагревается. Все это выкладываем на нашу курочку. Так, ну, вот она наша заготовочка. Ставим. На 10 минут. На 200 градусов. Все, поехали. Итак, а на гарнир у меня будут свежие овощи с моцареллой. Вот.
Режем огурчика. Немножко моцареллы. И кусочек нашего шикарного филе.